первое и главное – перенастройка налоговой системы, более стимулирующая производство, а не сверхпотребление, выравнивающая социальное неравенство. Второе – более равномерное территориальное развитие городов, иные точки роста, не только крупные города, по всей территории России, не только Москва, Петербург, Екатеринбург. Третье – новая социальная политика, создание более универсальной, точечных мер социальной помощи тем, кто временно оказался за чертой бедности. Ну и четвертое – это в целом стимулирование экономического роста, потому что если будет обеспечен экономический рост, у людей появятся новые рабочие места, повысится их оплата труда, они выйдут за черту бедности.